И йоу-чиков, ребята, всем привет, с вами как всегда я Градус, и сегодня в своих приключениях по миру я нашел логово злобных орков, которых бы надо бы зачистить, ведь там у них полным-полно сокровищ, которые они добывают на тех землях, и в сундуках полным-полно лута. Стартовые вещи себе подготовлю, сделаю полноценную броню, и можно отправляться, и подготовим немного перекуса. Чертовы вампиры, сколько уже встречаю, ни одного нормального, все высокомерные ходят. Какого? Ой, оборотни то, ой, они воняют, да сколько можно, слушай, у тебя крылья же есть вроде, вот так и лети отсюда. Да, это ты мне говоришь? Я со своим нюхом за 10 километров слышу твою вонючую шерсть. У тебя есть ноги, так вали в свой лес, где вам и место. С вами просто невозможно делить добычу, все всегда до гостей сгрызаете, нам ничего не оставляя. Да, мы очень любим мясо, и что нам теперь, не есть? И как ты это представляешь? Вы сгрызаете все до нуля, а кровь? Нам же нужна кровь, мы питаемся только ею. Все, кажется, это невозможно решить дипломатией. Я предлагаю устроить какое-нибудь соревнование, по типу, кто быстрее, ловче, тот и будет забирать всю-всю добычу. Это звучит как план. Так опять срач между оборотнями и вампирами. Ах, классика бессмертная просто. Хотя, давайте проследим, что они тут дальше мудрить будут. Давай сделаем так. Тот, кто сможет защитить нашу жертву лучше всего, останется на этих землях, например. С ней волосинки не упадет, и кровь, и вся плоть останется на месте. Будет тяжело, ну хорошо, я согласен. Тогда давай собираем весь народ, будут судьями для нас. Давайте вперед, выходите, жители! Так здесь же толкового никого абсолютно нет. Никто почти не живет в этой деревне. Точно. Ну, тогда пошли искать по домам, выламывать двери и найдем насильно, так сказать. Кто тут? Давайте. Так вот, отличный кандидат стоит. Градус, например. О, точно. Слушай, Градус, давно тебя не видел. Выходи, выходи. Ты что там прячешься? Боишься, наверное? Да так, просто опять срач между вампиром и оборотнем. Вы же знаете, это никогда хорошо не заканчивается. Ну вот как раз. Нам нужна жертва, которую мы будем оберегать и решим, кто из нас лучше. Ну вот, охранниками, например, станем. Помнишь, мы однажды уже таковыми были? Да, я как раз был охранником-оборотнем. Было круто. Ладно, хорошо. Подождите секундочку, у меня есть идейка небольшая. Во-первых, мне нужно забрать весь мой лут и сделать себе броню. Так меньше шансов, что я просто помру. Поэтому дайте мне секунду. Давай, секунда уже прошла, сейчас ночь закончится. Я вижу тебя через эти решетки. Отличные двери, кстати. Все. Ребята, у меня есть гениальный план, которого мы придержимся. И вы как раз защитите меня. Испытайте свои силы уже. И я получу всю выгоду, которая мне нужна. Здесь недалеко есть поселение орков. Я хочу их перебить, они довольно сильные, да их много, а я один. А вы и вампиры, и оборотни, по-любому сильнее. Орки, это тяжело, конечно, будет. Ну хорошо, я-то точно справлюсь, еще принесу всю добычу. Ну, Влад, ну ты же оборотень. В любой момент можешь стать гигантской собакой, которая всем плоть разрывает. А, Руня, я же вампиром сколько раз был, сам знаю. Правда, вот уже не вампир, но так или иначе. Ты же можешь спокойно там и останавливать, и замораживать, и прочее. Ну, идите пока что за мной. Может, как раз во время этого испытания подружитесь, объединитесь там, не знаю. Сможете комбинировать свои способности и заживете в мире. Что? Мы на протяжении 5 месяцев уже сремся, и ты думаешь, сейчас все изменится. Даже дождь плачет. Ну тогда давайте так. Руня, ты давай на разведку в небо с помощью своих вампирских способностей. В образе летучей мышки. Да. А Влад, ты можешь с собачкой побегать, поискать в округе где-нибудь этих орков. Потому что я помню, где они. Но вот, может быть, найдете дополнительные логово. Хорошо, ты устроился, конечно. Ладно. Ладно, я тоже полетела. Да. Может, понадаю им кучу заданий? Получу кучу лута, а также кучу выгоды с этого всего. А они пускай веселятся. Все равно им драки нравятся. Ну что, пока ты, мышечка, будешь лететь, я уже давным-давно всех догоню и загрызу. Ой, в смысле, приведу, нормально. А ничего страшного, то, что я умею летать и вижу все с высоты птичьего полета. У меня есть супер нюх, я-то их учу давным-давно и прибегу, так что давайте, давай, хватит сраться. Кстати, блин, это еще вы же оборотень, не вампир. Я вообще хотел поспать и днем это все продолжить. В темноте нифига не видно. О, Градус, так это же можно очень легко исправить. Один укусик, и у тебя появляется суперсила, ты можешь видеть в темноте. Чувствовать все в округе. А еще ты будешь ужасно вонять. Может, все-таки я тебя укушу? Вспомнишь былые старые времена? Да, Градус, мышь, все дела. По лайку с каждого олда, но так или иначе, не-не-не-не-не. Я от этого отрекся, тем более у вас соревнований, вы не переводите тему. Какой же ты скучный, ладно, выпей на зелье ночного зрения. О, ну, у вампиров все найдется. Как раз на ночь хватит. Другое дело, намного лучше. Ну все, продолжаем поиски. Ой-ой-ой-ой-ой, скелеты! Я что-то про них забыл. Ох,
кости мне надо. Хорошо. Ну, он нам не нужен был. Там вы вроде бы спорили про то, чтобы от них хотя бы кости оставались и кровь была. А, эта нечисть может ее перебивать, я буду спокойно бежать и не бояться то, что меня съедят. А вот, кстати, и то, что нам нужно. Я вижу впереди, я полетела вперед на разведку. А о, защищать мое, меня мое. Кто будет? Кто меня будет защищать? Вы же там вроде бы Дина хотели... Дина сам справится. У вас же соревнования, Руня. А, блин, точно нужно защищать градусы. А ну-ка сейчас. Я а, его ты убью. Ты уже сам справился. Да, что-то пока что у Влада лучше. Хорошо, зачем тебе тоже очко? Я иду спокойно, меня никто не трогает, а вот орки уже бегут. Орки бегут, их тут много, я уже разобрался тут с половиной. Давайте, половиной? Я, на самом деле, моя задача это спокойно лутать их лут, чтобы они меня не убивали. Вы их отвлекли, ух, ё-моё, я боюсь, меня сейчас жахнут тут одним ударом дубинкой по голове. Все, у меня есть идея, я заберу их скот и приведу домой к нам. А, получай. Да, они тупые, как не знаю кто, как орки. Ой, что, слепота? Кто на меня слепоту наложил, Руня? Я слеп. Это подружки, скорее всего, простите. Да, летучие мыши подружки. Что может быть лучше? Я опять ничего не вижу. Дождь! Тут алмазы! Да! Тут что-то лежит, и там дождь, а я дождя боюсь. Значит, слушайте, я пока что все залутаю, а вы охраняете периметр орков. Их полным-полно, они так плодятся быстро, ну их в сраку. Поэтому давайте быстренько смотрите, ничего не трогайте, а я все заберу. Да-да-да, так и надо. Хорошо, соревновать. Ох, ё-моё, 300 козолота. Чародейская книга, приманка 2, рыбалку я люблю. Слушайте, неплохие домики. Сколько зачарованных книг. Приманка 2, сила 3, удача 3, небесная кара 4, острота и эффективность 5. Вот это мы заживем. Надо Райма сюда позвать, он будет доволен от такого большого количества зачарований. И тут еще целая броня орочья. Какая она смешная. Я ходячая бочка. Так, а ну-ка, зачарованное яблоко и целая дубина. Она сильнее, чем еще? Да, в два раза. Да сражаюсь, тут оказывается орков куча, просто так, куча. Так, они недовольны тем, что я залутал у них все. Быстро перебить. Сколько? Ваша помощь нужна. Опа, получай. Ну, ребята, плохо защищаете, где вы? Ближе ко мне, быстрее, я еще не все залутал. Влад, ты где? Да я защищаю, отбиваюсь. Вы меня защищаете в первую очередь, или вы хотите проиграть спор друг другу? Да, мы защищаем, как же их много. Я не хочу есть золотое яблоко ради этого, оно такое ценное. Меня зажали, пацаны, девчонки. Кто-нибудь возьмите меня на руки. Ладно, я вроде как живу, они почти закончились. Давайте, вашей силы должно хватить. Градус, я больше убил, вообще я кучу убил вокруг тебя. Так что я тут это думаю, это мой бал. Это я убила вообще, я? Ты первая сказала о том, что они бегут. Кого, я уже в то время отбивался, куда ты лезешь? Вроде бы совсем разобрались, ну... Ой, зачем ты молнию шарахнула? Это не я, Зевс. Я тебе сказала, что я не верну тебе твой меч. Пошел вон. Он злится на меня. Давайте тогда будем считать. Что это было? Так вот, давайте считать, кто сколько убил, потому что она, видите ли, не верит, да, что я уже отбивался. Так вот, я убил 1, 2, 3, 4. Я не помню, я дальше не учил. Там где-то 4 и еще так 5 раз. Ага, вот, значит 20. Кажется, я упустил момент, у меня всего 12. Ну вот и все. Получается 1 очко в пользу Владу. Пока что Влад 1-0. Защищает он от мобов сильнее, чем ты. С другой стороны, ты довольно больше можешь по способностям. И в то же время и разведку можешь устроить, и заморозить, и ослепить. Как бы дождь еще шел, не забывай. Ну да, давайте так, 1-1 пока что. Еще придумаю вам испытание. Я пока что залут. Ой, как много всего прелестного. Стоп, а это... Подождите, это что у нас? Это блок рудного золота. Неплохо. Что ж, ребята, давайте пока что вернемся домой. Нужно отдохнуть немножко. Вылазка была сложная. Нет, ты куда завтыкал? Думаю, в смысле бытия. И как так вышло, что я сражаюсь бок о бок с этой собакой? Взаимно. Вы неисправимы. Идем отдыхать. Кстати, как моя новая броня? Правда смешная? Ужасная. Я бочка. Ты знаешь, похож на штуку, которую надевают, когда собак дрессируют агрессивных, таким надувным человеком становится. То есть я отделся как раз, чтобы дрессировать Влада? Да. Yes. Ох, вовремя я прибежал. У меня как раз пропадает эффект ночного зрения. Успели все сделать ровно за 8 минут. Ребята, увидимся тогда следующей ночью. А поскольку уже скоро утро, и я просрал режим, видимо, просто сплю целый день. Вы не можете уснуть, пока рядом есть монстры. Сейчас Влад, уйду. Уходи оттуда. Ух ты, я проснулся. А даже не стемнело. Угу, прелесть. Опа. Ох, ну чё, ребята. О, доброе утро. Добрый день. 3 часа дня. Ты чё шипишь? День! День, да, день, а чё ты не спряталась? Я спряталась, ну, соревнование чёртово. Если вдруг что-то с тобой случится, я всегда буду на чеку, а эта псина нет. Да? Ну-ка иди сюда ко мне, разберёмся, вот об этом поговорим. Давай, у меня есть зонтик, давай!
Угу, угу, куда ты лезешь? Днем властвую я. У меня, конечно, мало сил, но я зато могу хотя бы тебя защитить. Хоп, левой, правой, и все. Да, главное, в меня не попади. Но я как-никак все-таки да. в дрессировочном костюме для собак, поэтому, Влад, все нормально, не переживай. А, я так больше не могу. Там стоит тотем, который я должна захватить, чтобы вампиры здесь властвовали и жили. Не могу, но хочу. О, тотем там? Пойду-ка захвачу, наверное. Не-не-не, вы подождите, вы куда? Стоп, с каких пор оборотни не могут захватывать деревни? Моя, иди отсюда, ты это... Как живешь? Солнце! О, брат мой пришел. Влад, ты что ты наделал? Теперь оборотни будут бежать. Устроил нам рейд деревни. Минус одно очко. Эй, да за что? Я вообще-то свои эти принципы как бы действовал. Это не входило в правила. Все, теперь эта деревня наша. Нет. Теперь да еще и вампиры сюда делаешь? Придут. Ну, камон. Хватит это делать. Зачем нам вампиры в этой деревне? Тут хотя бы собаки могли караулить. Минус одно очко и тебе. Мне вилами выгнать хотят. Пошли нафиг. Ну вот, теперь и жители недовольны. Короче, знаете, что я вам скажу? Убирайте своих собак, убирайте своих вампиров. Жители с вилами мои. Поэтому давайте... Блин, Влад, меня сейчас заразят. Помоги. Так это ж хорошо. Ты будешь вам таким же жестким, как я. Да мне это не нужно. Сколько раз объяснять. У меня еще есть одно логово орков на примете. Правда, я его не помню координаты, где оно находится. Поэтому давайте сейчас дождемся уже наконец ночи и продолжим наш второй захват. Руня, надеюсь, у тебя есть еще зелье ночного зрения. На. Так, давайте побыстрее к делу, а то мы здесь целые сутки торчим. Ты, кстати, можешь зонтик не носить, уже дождь начался. А, тем более, вода тоже мне вредит. И вообще, Зев, задолбал, не верну я тебе твой меч, бля. Короче, сейчас я оставлю все в сундуках, только не смейте залазить в мои сундуки. Можем спокойно отправляться, мои дамы и господа. Сейчас я хвост поймаю. У Руни пока что 2 очка, у Влада 1. Давайте так, 2 очка даю тому, кто справится со следующим заданием. Ваша цель будет... Найти, кто первый найдет, получает 1 очко и захватывает, чистит полностью от орков в базу, 2 очко. Влад, у тебя есть возможность наверстать, упущенная. Руня, у тебя есть возможность оторваться, жестко. Поэтому давайте, Влад, ты быстро, Руня летает вперед с песней, можете хоть разные стороны, кто первый находит логово, тот... Я побежал! Давайте, 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 давайте. Соревнования между вампирами. Ах, как это примитивно, обычно. Даже, честно, не знаю, какие им еще задачи можно понадавать. И все-таки можете в комментариях написать, может, какие бы вы задания им дали, и кто, по вашему мнению, круче, лучше, сильнее, умнее. Если честно, я был всегда на стороне вампиров. Хотя сейчас я в отпуске. Крадус меня любит просто. Ну что ж, ребята, что-то я не слышу от вас хороших новостей. А я тем временем уже нашел целое логово. А, офигеть, я летала, летала и долеталась. Все, вы на месте, замечательно. Тщательно. Так, все, я бегу зачищать, срочно! Так, на меня уже нападают, Влад, давай зачищай их. У кого больше киллов, тот и побеждает. Получайте! Ё-моё-то морда. Эту толпу отдай мне, Руня! Я дальше займусь лутом. Ребята, я вас верю, вы сможете. А то, кажется, гоблины маскируются, ходячие как кусты. Так, здесь у нас ничего интересного. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы же считаете, вы же не забывайте считать, да? Кто больше насчитает, тот и победил. 29, 30. Да, 150. 1000. 160. А вы точно правильно считаете? Их тут столько нету. Миллион! Я не знаю. Вы безнадежны. О, у меня 9 золотых зачарованных яблок. Был бы я утенком Джеком, наверное, я не знаю. Сошел с ума от удовольствия. Получай, да блин! Собака, так, ребята, вы не забывайте в приоритете. Я умру сейчас! В приоритете меня спасти. Да-да-да, давайте, давайте, давайте. Вы все почти закончили, да? Я тут смотрю внимательно. Да. У меня тут наблюдение. Пусть! А че, Влад, все? Превращения больше нет у тебя? Нет, почему есть? Просто оно кончается. День же. Ну да. Ну, давайте подсчитаем, кто сколько убил. Крови хочу. Ну, можешь укусить меня. Давай, давай, разок, разок. Ты заслужила. Что? Есть у кого-то молоко? Меня хотят вампира превратить. Молока нет. Теперь ты вампир. Не-не-не, у меня еще есть время. У меня кровожадность только. Я-то знаю, как это работает. Но в этот раз, если подсчитать, я убил около 29. Я вроде вспомнил, что это такое за цифра. Да, как это возможно? О, такой быстрый. Целая гора мышц, у меня всего 26. Значит, это я. Владу очко, тогда у Влада 2, и у Руни 2. Я их отвлекала, постоянно замораживала. У меня недобитых всего 3, мой вклад просто бесценен. Я выиграла для вас время обоих. Ну, тоже верно. Тебе тоже за твои способности 3-3, 2-2. Или 2-3. Ну, получается, тебе 3, а у Влада 2. Да почему? Влад силен, но Руня более гибкий персонаж. Красивая. И, в принципе, для того, чтобы ей наесться, ей не нужно убивать игрока. Да и как бы кровь кусь, как бы не страшно. Давайте подумаем логически. Поскольку все-таки Руня меня укусила, мне нужно молоко. Кто первый принесет мне молоко? Тому дамочку, кстати. Срочно молоко! У меня ведро. Я тебе корову принесу. Ребята, у меня ведро, я его скинул. Какой у меня забавный смех. Если сейчас Руня побеждает, то все. О, что? Корову притащили? Корову.
сказал, принесу. Быстрее, бей. Ведро? Прямо из нее. Но да не надо. Давайте быть честны. Давайте быть честны. Корова была быстрее, чем Руня принесла мне ведро. Поэтому это тоже считается. Ведро у меня было изначально. Ребят, давайте так. 3-3. Охранник-оборотень и охранник-вампиры, они очень крутые. Как бы у меня для вас сегодня не было каких-то сверхъестественных задач. Просто вы меня охраняли, да? А давайте так. Я попрошу подписчиков и зрителей канала, чтобы они помогли мне с задачами более сложнее. И такие, что можно дать и оборотню, и вампиру. И тогда мы уже точно определим, кто останется на этих землях главным. Поэтому, ребята, пожалуйста, напишите в комментариях задачи для оборотней и вампиров, которые можно дать одновременно ребятам. И таким образом, пускай решат, ну, определим уже все вместе, кто все-таки победитель и кто владелец этих земель. И, пожалуйста, не обижайтесь на меня, не злитесь, не убивайте. Я не хочу быть вашей едой. Поэтому, как бы, мы еще определим, кто сильнее. Я пошел. Это будет страшно. Подписчики такое иногда напишут. Ну да, кстати, лучшее задание мы же и возьмем. Хотя бы 3 штуки. Ну а на этом все. 20 тысяч лайков. Продолжение защитника вампиров против защитника оборотней. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.